Европа готова помочь Украине деньгами. Сумма кредита 11 миллиардов евро. Такие цифры озвучил по окончании заседания Еврокомиссии ее председатель Жозе Мануэль Барозу. Первый миллиард государство сможет получить в ближайшие недели, остальные на протяжении нескольких лет. В обмен на это Киев должен согласиться на экономические реформы и сформировать представительство правительства. Сегодня Еврокомиссия определила пакет помощи для Украины. Это 11 миллиардов евро. Деньги выделят из бюджета ЕС, банков Евросоюза и международных финансовых учреждений. Таким образом, мы хотим помочь нацеленному на реформы правительству. И этим денежный поток из Европы не ограничится. Еще 5 миллиардов евро в Украину готов инвестировать Европейский банк реконструкции и развития. Об этом сообщает пресс-служба учреждения. Сумма может даже возрасти, если позволит экономические обстоятельства. Однако, чтобы получить доверие инвесторов, Украина должна согласовать программу стабилизации с Международным валютным фондом, а кроме этого решить проблему коррупции в стране.